Всем привет, 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 пацаны и девчата, если нас смотрят, да, стратегисты 2 на 2. Всем привет. Так, хотел записать бой один, такой, да, вроде бы как и противник... Медалистом хороший такой медалист. И я просто не понял, может у него там интернет там или что-то, может там, может что-то какие-то неполадки были. Так, давайте начнем. Вот у меня сегодня было вот два слива. Да, неприятно было, конечно, но... Ну, а что поделаешь? Слил так слил. Чё? Рак? Чё сделаешь? Так, а, вот тут вот еще хотел показать. Да, вот. Против этих ребят тоже сопра на сопру у нас получилось. Да, напарник, короче, делал стрекозы. И эти пехотинцы и стрекозы, короче, делал. А я, короче, этот... два дня, короче, дежурил. На работе, да. Дежурил. И... двое суток, короче, не спал. И тут домой пришел, короче, и тут вот утром вот так... пошли с этим пацаном. И, короче, ну, он все правильно делал, да, против Ягахама. Чё еще? Какая тактика, да? Сопра на сопру, блин. Пехи в туман, стрекозы, там, этот, туда-сюда. А я там, короче, дичь какую-то творил, блин. То аллигаторы там производил, блин. То вертекс. О, не вертекс, а кречет, извиняюсь, кречет делал, непонятно зачем. Вообще я думал этот, что ребятки, ну, такие, да, простенькие. И пошел сразу, короче, контракты делать. Там мне надо было 20 кречетов сделать. Ну и тут-то было. На 6-й минуте я их, короче, разведал, а он там уже 4-й штабы у обоих. И тут, короче, херак им на жопу сели. Так, тут два раза мы слили. Первый, короче, мы поймали Атачи. Блин, ну это вообще пипец, короче, был бой. Там... морская, короче, заруба была. У меня напарник там тоже что-то, или может с интернетом что-то сплоховал, короче. Вроде масс аллигаторы делал и плюс и стрекозы к ним, но не помогло. Жиробасик-то задавил. Да-да, Атача. Куда мне тягаться-то против твоей... Сколько у тебя там? 17-18 веток. Куда мне с моей 12-й веткой, да, против тебя тягаться? Так, и вот тут еще раз мы, короче, слили. Пошел я, короче, с Серегой. Против этих ребяток. Тоже неплохо себе так показали. Ну, блин, как неплохо. Запарился я, короче, на два фронта отбиваться. Там напарник Серега начал что-то мамонты, короче, делать. Но против
Зевса щита, короче, мамонты вообще не катят. Так, тут в основном победы. И вот, хотел я вот этот вот бой записать. Пошел со случайным, короче, мне попался вот этот вот чувачок. Гурдан. Три семерки, короче. Армия of Азербайджан. Тоже Азербайджан. 58%, да, так неплохо. Турнир тоже гоняет. Но нормально так себя показал в бою, если честно. Хорошо сыграл тоже. Играли мы тоже вот против Нэнси, противофаза, и походу он тоже пошел со случайным, наверное, не нашел напарника. Короче, вот посмотрим Нэнси. Тут очень много медалей. 3, 6, 8 медалей есть. Так, второе место турнир. Надежный напарник. Турнир. Как за каменной стеной. Турнир все для фронта. Опять турнир. В поисках Наутилуса. Понятно, да? Много медалей. И он пошел походу со случайным. Вот Казахстан. Попался ему напарник. 71%. Так. Тоже турнир нет-нет играет. 73% в турнире. Так. Ну чё, начнём смотреть. Попалась нам карта «Затерянная дорога», такая, да, средненькая карточка. Не особо большая, особо не разгонишься, да? Вот. Так, тут перемотаем, наверное. У меня, короче, напарник, короче, у меня вообще и забрал все ресурсы. Так, вот тут я взял. И вот тут он меня оставил. А так он по центру. По центру, да? Он все забрал, короче. Тут у меня, короче, украли. Блин, вот я лошара. Украли, короче, у меня ресурсы на моей же базе. Тут вот напарник, он, по-моему, уже даже встречался с ним. Он мне подсказывает, что там медалист. Так, что у нас тут? Подстраиваем CS. Убираем одну казарму, она нафиг не нужна. Так, выход, третий штаб. У напарника уже третий штаб. Тут пехотинцы бегают. На всякий пожарный. Так, что я тут делаю? Койота. Для разведки тут расставляю пехов. Койот пока тут стоит. Так. Выхожу я тут в Яга, Мамонт и Дикобраз. Короче, тут разведаю синего. Ну, он вообще что-то, он вообще капец какой слабенький попался, короче. Хоть у него и винрейт такой, да, на 19 ранге. Сильный. Вот я тут пишу, короче.
Не понял, че, ну басы что ли? У зеленого винрейт 84. Ну, понятное дело, да? Что, это Этан был Нэнси. Вот. Я напарнику пишу, типа, значит, мой был Нэнси. А, типа, я пишу, значит, мой Нэнси, короче, по-любому. Расставляю ягуаров здесь. Пока не спешу, короче, в атаку. Здесь поближе, короче, переставил. Тут мамонтов пока не показываю. Поближе здесь. Так. Тут вот напарник мой. Вертексом, короче, разведывает. Так, так, так. Здесь я тоже. Здесь Саград. Щит уже. Тут меня дамажат. Я отступаю, короче. Переразлаживаюсь. Тут смотрю, уже голда пошла. Думаю, нет, надо отступать, короче. Вот тут напарник помогает. Красавчик. Вообще, блин. Вообще красавчик. Не жалеет, короче, кречетов. Я опять разлаживаюсь. Ну, если голда пошла, значит, на голду отвечаем. Голдой. Да? Все, заезжаем. Засвет делаем этими дикообразами, засвет. Опять переразлаживаемся. Так, тут идем, тут видим, идет группировка, короче, тут идут огнеметчики, короче, Зевсы были там и Грады. И вот мой напарник с тылу как-то успел, короче, проехать. Вообще непонятно, короче, как он туда заехал. Ну, как-то он заехал, короче, и вот так вот получилось. Ну, и тут мы начали общаться, типа, сколько у него апов, там, туда-сюда. Вот. Ну, у него восьмая ветка, короче, вот тут смотрим опять. Синюю группировку, у меня тут стрекозы засвечивают, мамонты накидывают, ягуары работают, все, нету и синего, один, этот остался град, а тут с этой стороны, короче, на парень заехал, красавчик. Тут я пишу, алло, ты куда, короче, он пишет, что контракты, не, я говорю, нету, добиваю, короче, я в сторонке, короче, тут посижу. Все, ребят, спасибо, короче.